Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И это влог от Скайлер. Это уже второй влог из моей недели влогов. И сегодня я покажу вам, как проходит мой вечер с семьей. Как вы помните, я приехала к себе домой, точнее к своей семье домой, с челом, имени которого никто не знает. Сейчас мы будем заниматься делами, которые мы должны сделать перед нашим отъездом. Так что сейчас я вам все покажу и расскажу. Погнали! Юху! Мы уезжаем в отпуск. Я буду ловить рыбу и кидать ее в Стива. Хлоя, да замолчи ты уже. Я не могу молчать. Ты меня уже достала. Ой, всем приветики, пистолетики. Я знаю, как вы по мне скучали. Давайте рассказывайте, как у вас у всех дела, что делаете, что нового. Я так по вам скучала. Ура, Скайлер вернулась со своей хаты. А я какаю в своей комнате. Хлоя, ты что, с ума сошла? Привет, Скайлер. Привет, Скайлер. Да-да, привет, Скайлер. Всем привет, и тебе, чел, тоже. Так, вся еда, приготовленная в холодильнике. Иди я тоже хочу собери. Скайлер помочь. И вообще, я буду ее контролировать. Это она всю еду заранее сожрет. Ладно, идите обе. Ура, идем к холодильнику. Да, Хлоя сегодня какая-то сумасшедшая. Да, пофиг, она всегда такая. Итак, Хлоя, мама сказала, что всю еду она уже подготовила и сложила в холодильник. То есть нам надо с тобой просто достать всю еду из холодильника и разложить по пакетам. Удачи тебе, я просто посмотрю. Это гениальная помощь, Хлоя. Так, ладно, сначала я сложу сюда картошку. 5 штучек. Теперь 5 штук сосисок. Я так понимаю, из этого мама хочет сделать нам всем какое-то блюдо. Так, тут еще есть яйца, их тоже возьмем 5 штук. 5 штук, соответственно, потому что едет папа, мама, я... Стив и Хлоя. Вот такой у нас будет небольшой семейный отдых. О, Хлоя, тут мама даже твои любимые чипсики приготовила. Также у нас 5 штук картошек фри. Конечно же, куда в такую дорогу без конфеток? Целых 2 пачки. Дальше у нас тут собачий корм. Чего? Нет! Просто без лишних вопросов положи его в пакет. Так, дальше у нас тут леденцы. Слушайте, мама прям молодец, нам точно хватит всей этой еды. Даже мне этого всего хватит, подтверждаю. Я в этом сомневаюсь. Так, Хлоя, тихо. Дальше у нас тут кетчуп и горчица. Также у нас тут осталось 3 баночки с детским питанием и 3 сока. Я так понимаю, эти пюрешки и соки для меня, Стива и Хлои. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, это точно для меня. Ура, я так рада! Рыба, жди меня! А какой рыбе она постоянно говорит? Скайлер, я принесла корзинку. Думаю, сюда будет удобно все это сложить. Хлоя, ты молодец. Это реально очень удобно и гениально. Да ты прям умница. Не бубни, а складывай. Ой, все за тебя надо делать. Хлоя, ты такая смешная. Ладно, давай быстренько все доскладываем и пойдем уже в гостиную, потому что мы почти закончили. Да, я уже устала. И я тоже, так что пойдем отдыхать. Народ, я тащу эту огромную корзину со всей нашей едой, которую мы завтра с собой повезем, хихи. Чел, ловим. Скайлер, перестань кидать в меня всякие предметы. Это уже реально бесит. Я скоро буду кидаться рыбой. Что за рыба, Хлоя? Да я сама не понимаю, какой рыбе она говорит, если честно. Да она эту рыбу в Скайлер собиралась кидать. А вот и нет, как раз таки в тебя. Она говорила, что в тебя будет. Так она орала, что в тебя. Сразу же, как я сюда пришла. А Скайлер корова. А кто обзывается, тот сам так и называется. Нет, нет. Мам, скажи ему. Не плачь. Ты бесишь. Ты. Нет. Да. Перестаньте. Ха-ха-ха, меня никто не понимает. Какие вы смешные и забавные. А я все равно всегда... Ты меня очень сильно ловите. И мне все равно, что вы скажете. Или какашки. Скайлер, ты достала орать, замолчи уже, пожалуйста, ты бесишь. А я... Так, Хлоя, давай уже успокаивайся, реально бесишь. Значит так, папа, я буду орать сколько захочу. Джордж, успокой ее. Да я пытаюсь ее успокоить. У меня не получается. Хлоя, перестань по мне прыгать. Я тебе сейчас сам рыбу устрою. Спасите, помогите. И вообще, что ты делаешь у меня дома? Уходи отсюда, понял? Да замолчите вы все. Как же я угораю с вас. Предлагаю поиграть в настольную игру. Отличная идея, сейчас я ее достану. А вот и кубик. А вот фишка, за которую я буду играть. Я буду за фиолетовую фишку. А я за розовую. А я за зеленую. А я буду звездочкой. Ну, а я тем монстром. Я хожу первый. Итак, кидаю кубик. Почему мне выпало 1? Ну, ладно, так уж и быть. Все, я сходил. Молодец, папа. Так, теперь-ка я схожу за Скайлер. Ха-ха-ха. Эй, чел, так нечестно. Да ладно, ладно, я шучу, бросай кубик. Так, сейчас я хожу. Все, я теперь кидаю. Ура, целых 5. Итак, я хожу. 1, 2, 3, 4, 5. А я тебя обогнала. Я тебя еще догоню. Я вас обгоню. Играем дальше.
Так, ребята, сейчас буду говорить немного тихо, потому что, как вы могли заметить, все уже уснули. Мы полночи играли в эту настольную игру и так не завершили ее, потому что она очень долгая. Так что я даже не могу сказать, кто выиграл, доигрывать мы не будем, потому что очень сильно устали. Ну и, естественно, все уснули, а завтра утром нам рано вставать и уже уезжать. Тут настолько долго затянулась эта игра, что как бы никто даже не убрался. Кстати, в свой телеграм-канал я выложила вот такую вот игру. Ура! Идем к холодильнику! Да, Хлоя сегодня какая-то сумасшедшая. Ну и как вы поняли по началу этого видео, я ответила Хлое, да пофиг, она всегда такая. Так что сейчас я передам приветы 5 людям, которые первые правильно отгадали правильный ответ. Передаю привет Дине, привет Киселек, привет Настя, привет Ани, привет Эви и привет Арина. Кстати говоря, получить привет от меня очень легко. У меня в телеграм-канале проходит много крутых, интересных, разных игр. Так что обязательно подписывайтесь и не отключайте уведомления, чтобы всегда успевать. За каждую игру я передаю приветы. Ну а сейчас я буду заканчивать этот влог, потому что я тоже очень сильно устала и хочу спать. Увидимся в следующем влоге. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.